Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть Наруто. Четвертая часть. Путь воина-ниндзя. Шипунджи как-то там ниндзя, короче. Итак, у нас две ветки. Одна ветка путь Ян, другая путь Инь. Одна Наруто, другая Саски. Ну что, я предлагаю, наверное, начать с Наруто. Страна огня, деревня Конохи. Здесь живет мальчик, который мечтает стать представителем деревни Хокаги. Его зовут Наруто Узумаки. В его теле живет девятихвостый демон лис, могущее существо, однажды напавшее на деревню. Но сильная воля, с которой он родился, помогла ему стать лучше и сильнее. Однако в мире ниндзя назревали новые проблемы. Члены организации Акацуки поставили перед собой цель заполучить 9 хвостатых зверей, в том числе 9-хвостого. Они объявили войну всем кланам ниндзя в мире и разожгли огонь борьбы. Прививший огонь сгорается. Но Наруто Узумаки смотрел только вперед. С новыми друзьями он пристально смотрел в будущее и издал свой рык. Рёв становится все сильнее. И словно его отголоски, его товарищи бросились в бой. Наруто! Все ради него, пока он сражается. Этот мир ничего больше не значит. Статуя Гетто здесь? Не говорите, что он уже готов начать. Пришло время хаоса. Крик разрывает земли, извещает о начале конца. И битва за спасение мира ниндзя входит в завершающую стадию. Решающий бой начинается. Миру больше не нужны надежды, будущее или знаменитые герои. Когда эта реальность придет конец, останется только бесконечный сон, бесконечные мечты. У меня был папа и мама, и Джирайя. Детям нужны герои. Поэтому я буду дальше двигаться вперед, не сбиваясь с пути. Я стану лучшим, как они все. Об этом не мечтаю, идиот. Так, ну что, походу будем с ним хлестаться сейчас. Так, условия боя: уничтожьте Тоби. Так, понятно, награда: держите победу, золотой кунай, попадите. Так, так. Ну, в принципе, все понятно. If you're really so much better than us, take that mask off and show us how calm you are, you loser! Just wait. I'll take you all into an infinite dream before you know it here. Oh, Opa. And when we do, we'll dream as much as we want. I don't need your help to fall asleep. He really is strong. What should we do, Kakashi? There's something that won't leave my mind. Okay. What is it? Сука. What?
Genesis is right, we were using the same jutsu, then our eyes must be the same. Не могу понять, что это у нас так. Ну ладно, пацаны, беру. Правом нижнем углу видите, да? Дорогие друзья. Какие-то функции есть. Не могу понять, что это. Левый я понял, как это печать бумажки, которая взрывает. Право. О, у меня персонажи меняются. Что происходит? Курам. Kakashi, whatever you've got up your sleeve, it doesn't scare me. А, я могу управлять дополнительными персонажами. Опа, попал. Мы еще не закончили. Кстати, не такой уж и тяжелый он был. Сейчас. Ладно. Камуй. Попался. О, теневой клон. Он достиг своего предела, Какаши. Бомба хвостатого зверя. Слишком поздно. Ты не тратишь свое время. Что? Невозможно. Бежать некуда, Тоби. Я понял. Его уклона села не моя атака, а Камуи. Чертов Какаши, потому что мы связаны с ними тем же пространством. Вот и все. Как вы такие? Это перевод какой-то там непонятный был. Вот он, Тоби, родненький, без маски. Ты? Обито? Конец. Как интересно они, кстати, сделали, да? Получается, как манга. Или как комиксы, как правильно сказать. Просто картинки с текстом. Я вот почему-то думал, что будет какой-то анимированный мультик. Получены бабки. Непонятно, куда бабки, кстати, тратить. Так, дальше. О, золотой кунай нам дали. И что еще? Попадание, так, атака, техника, персонаж, народ, один раз так. Бронзовый кунай. Понятно. Так. Ну, я предлагаю продолжить этот же путь. Открыт новый эпизод, теперь вы можете играть в поле боя мальчиков. Часть первая. Ёптать, название прям интригующее. Поле боя мальчиков. А тут у нас... Так, ну, давайте вот это пройдем и, наверное, вернемся к Саске. Что он там утит? Тут может беспредел без нас. Так. Поехали. Я знал. Но не хотел в это верить. Я хотел бы ошибаться. То есть, back then, когда ты... You were a hero. Ты был героем. It was during the third great ninja war. An age when men and women, young and old, дети, каждый, называл ниндзя, за головой окунулся в борьбу. Они проливали кровь, рвались своими привязанностями, что ж отнимали. Ненависть и злоба распространялась, как лесной пожар, и не было конца. И в центре этого пожара три молодых человека. И барышня. Они тоже были ниндзя, втянуты в эту войну, рискующие своими
putting their lives on the line. How are you always so late? Почему ты всегда опаздываешь? Ninja have rules. You need to stick to the plan. A good ninja sticks to the rules and does everything by the book. Rules, doing things by the book. That's all you ever talk about. Don't you have any compassion? У тебя совсем нет сострадания. Any ninja that breaks the rules sullies their name. You can at least understand that, right? Любой ниндзя, нарушающий правила, рискует. Ты ведь это понимаешь, да? Okay, okay. Ладно, успокойся, вы двое. Уймитесь, мы в одной команде, не забывайте. Рин, you're too soft on Obito. Добра к Обито. Today's a very important day for us. Yeah, that's true. Да, это правда. What's going on? Что происходит? Let's talk about it on the way to our destination. В пути. А, давайте обсудим все в пути. Давай, я узнаю. Сегодня Какаши стал Джаниным, как и я. We'll split into two units, led by Kakashi and myself. Разделимся на два отряда и будем вести Какаши, другой я сам. Так у нас будет больше шансов. Не забывайте, в Канохе сейчас сильнейший за всю историю деревни нехватка бойцов. Вообще-то, Обито, помнишь наш разговор о подарке для Какаши? Я уже подарил ему аптечку. А сенсей? Я подарил ему особый кунай, такой же, как и у меня. What about you, Obito? А что насчет тебя, Обито? Sorry, прости, я забыл. What? Well, I wasn't expecting anything from you anyway. Скорее всего, ты подарил бы мне какой-нибудь хлам. Useless crap like that would just be excess baggage. Полезное барахло, которое стало бы лишним грузом. Эй! Oh, come on, don't start fighting. Хватит уже, не надо ссориться. Now, так давайте еще раз обсудим задание. Всем вам известно, что страна Земли начала вторжение в деревню Травы, так? Yes, деревню Травы, да, fast. Они отступают It's очень быстро, и совсем скоро окажутся в стране огня. Именно поэтому нужно остановить их как можно скорее. Наша задача проникнуть на территорию противника и уничтожить мост Канаби, по которому враг переправляет свои припасы. Значит, мы разрушаем вражескую сеть снабжения? А что насчет вас, сенсей? Я нападу на них в открытую, устрою для вас небольшой отвлекающий маневр. Сегодня ваш командир Какаши. Будем двигаться вместе, пока он не доберется до границы, но после этого ваш отряд сам по себе. Все ништяк, укиюшки. Они заметили меня. Впечатляет. Они заметили меня. Теперь всем надо быть осторожнее. Их 20, хотя есть шанс, что они используют дзюцу теневого клона. Я пошел, прикрой меня. Не так быстро, Какаши. Тебе лучше оставаться в поддержке. А как же ваши слова, сенсей, насчет того, что сегодня командир я? Это же означает, что я должен отдавать распоряжение, верно? Таковы правила. Хорошо, все следует за Какаши. Окей. Хорошо. Так. Условия боя уничтожьте Махиру. Так, ну в принципе стандартные правила. Нам дают подарки за определенное выполнение заданий в бою. Я как бы не сильно принципиален к этим. Так что все соблюдать не буду. Что такое массовые бои? Так. Массовый бой – это режим боя, в котором вам предстоит сражаться с большим количеством врагов. Управление практически не отличается от управления в режиме свободного боя. Вы также можете перемещаться, атаковать и использовать ниндзюцу. Однако некоторые команды, такие как тайные техники и пробуждение, использовать нельзя, поэтому будьте осторожны. Ага, понятно. Короче, без техники. Йо, а их так много! I don't like fighting kids. Even if we мочим. It doesn't feel right. The least I can do is make sure you don't suffer. Finish it. Так. Сенсей пошел. Three,
Ну добивай, 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 добивай. Следующий. Что-то какие-то я не туповатенькие здесь летят. Хотя режим я поставил средний. Видите, как и везде. Или так и должно. А, это для него иконы, поэтому так легко. Все понятно. Почему вы не убавляете? Блять, что они, блядь, перчатки. Ну добей вот этого. Давай, 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 мочим, мочим, мочим. Каши. Опа, наоборот. Ну-ка. Ну все, мы что-то все охуели. Следующий. These are no regular ninja. Maybe I need to rethink my ideas about child shinobi. Они вообще убавляются, нет? И куда ты въеб? Ой. Ой, у меня аж геймпад трещит нахуй от этих боев. Так, используйте силовую ниндзюцу. Треугольничек, плюс-нолик. Ну-ка, давай. О, это я уже делал. Да куда ты, какашек? О, бестолковая малолетка, а. Следующий. Давай. Все. Настоящего мирух макируку, хуюкуку. Да какого хрена? Что происходит? Ну, где он? Мимо. Надо вернуть. Давай, 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 давай. Театру. На, сука. Давай, давай, добиваем, добиваем. Результат боя Б. Ты в порядке, Какаши? Хорошо. Подкрепления не видно. Какаши сильно измотан. Надо отступить и перегруппироваться. Я в порядке. Черт из два, ты в порядке. Вот что бывает, когда не слушаешь сенсея и делаешь то, что хочешь. Громкие слова для ниндзя, который был слишком напуган, чтобы помочь. Я не был напуган. Это просто, ну ты знаешь, у меня живот разболелся. В следующий раз все будет нормально. Цикло, блин. Это все, на что ты способен? Извинения? Достаточно. Отныне вам придется... придется начать действовать сообща, если вы хотите работать вместе. Сейчас вы двигаетесь в разные стороны. Да, Какаши, правила и кодекс ниндзя важны, но не только они имеют значение. Я же тебе всему научил. Иногда приходится подстраиваться под ситуацию и менять правила. А ты, Обито, еще не подготовился в полной мере к тому, чтобы стать ниндзя. Твой дух слаб. Вот почему тебе страшно, когда ты встречаешь врага. Но я верю в каждого из вас. Я знаю, что вы сможете самостоятельно выполнить задание. Но если вы не сможете работать вместе, как одна команда,
Вас ждет поражение. Прежде чем я уйду, я скажу еще кое-что. Самое главное, чему должен учиться любой ниндзя, это работать в команде. Ясно, суки? Тот неудержимый бой их сердец не имеет четкого представления о том, что правильно, а что нет. Боем пробивает шаг за шагом, ребята продолжили двигаться вперед. Они бежали, гоняя ветер. Поле боя мальчиков. К полю боя мальчиков. Как так можно было назвать вообще главу? Бе. Мальчик в разгар войны. Бонус за ранг. Что нам дали? Ни хрена не дали. Игровой персонаж, Рин, изображение при добавлении. Понятно. Ну, какие-то финтиплюшечки дают в процессе прохождения кампании. Интересно. Что у нас там? Открыт новый эпизод. Теперь вы можете играть в поле боя мальчиков часть 2. Ха, невероятно. Ну, понятно, что. Так. Что у нас тут? Давайте, наверное, попробуем все-таки за Саски. Что там такое происходит на нем? Поле така. А, полет така. Извиняюсь, конечно, за свое прочтение, но просто этот японский хрен прочтешь. Страна огня, деревня Каноха. Там стоял мальчик, и главное, что же у его старший брат. Мальчика зовут Саски Учиха. Какое-то время он жил в мире, но когда он вступил на путь мести, его душа начала погружаться во тьму. В итоге он одержал победу над своим братом Итачи Учиха. Но все слова его брата были ложны. Настоящий враг Каноха. Вскоре крохотные языки пламени ненависти превратили в пожар, который назвали Четвертой Великой Войной Ниндзя. И когда началась война, по пути к полю боя Саски Учиха встретил того, кого совсем не ожидал увидеть. Своего брата, зародившегося в материальном мире. Со временем они смогли примириться и вновь стать братьями. И тогда, сделав, что он должен, Итачи исчез в лучах света. Я всегда буду любить тебя. Оставив брату свои предсмертные слова, так, и что, мы хлестаться с этим ублюдком будем, походу? Така взлетает вновь. Что я такое? Вот ты где. Мы повсюду тебя искали. Так что, что вам от меня нужно? Зачем вы преодолели такой путь, чтобы найти меня? Но дело в том, что в убежище Орочимару мы наткнулись на один очень интересный свиток. Взгляни. Ну, просто невероятно, да? Да. Они знают все ответы. Мне нужно кое с кем поговорить. Кто это? Орочимару. Чё? О чём ты? Мы же его прикончили. Ты знаешь Орочимару? Неужели ты думаешь, что этого было достаточно, чтобы уничтожить его? Джуго, приведи мне эту женщину. О ком ты? Ниндзя из Каноха, которая похитила Кабуто.
или как будто. Печать поглотила чакру Орочимару. Мы используем ее, чтобы снова призвать Орочимару. О, минутку! Воскрешать Орочимару очень опасно. Чё? Снятие печати проклятия. Вот это змейка, нахуй. Ага, Орочимару хлестать будем. Ну давай, давай попробуем. Вы, кстати, заметили, тут уже анимированные мультики почему-то, да? Даже интересно, почему. Still after Sasuke? Good question. Насыченный. Let's go! Torrent water transformation jutsu! I won't let you escape. Step up! Right here! Как ты что-то шустрый, Орочимару? Оп! Не ждал. Оп. Ах ты, сука. Учите, Орочимару. Опа. Орочимару, я знаю, о чем ты думаешь. Это, походу, мне кажется, дорогие друзья, что-то из серии X-Ray в Mortal Kombat. Вот эти вот суперудары. Чувствуешь себя лучше, Орочимару? Саски Учиха победила. Тебе хватило? Да я немного размялся, пока этого достаточно. Сражаясь с ним, я понял, что он немного изменился. Так что, мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал, Орочимару. Да, не обязательно все объяснять, не забывай, я наблюдал за ним все это время. Опять картинки пошли. И что ты будешь делать, когда встретишь их? Я знаю слишком мало, я хочу, чтобы они мне все рассказали. Не стоит утруждать себя этим, в конце концов ты еще всего лишь ребенок. Нет. Я не ребенок, уже нет. Я не могу оставаться ребенком. Я должен знать, как все началось. Я должен знать, кем я должен был быть, что я должен делать. Я должен все узнать и должен сам понять, что это все еще значит. Я хочу сам во всем разобраться, да я смогу решить, что делать. Пожалуй, сейчас ты мне нравишься. Хорошо, я помогу тебе. Иди за мной. Куда? А ты отлично знаешь это место. Ну же, идем. Так. Ну, прошли эту главу. О, категория А получил. Получены бабки какие-то. Куда их тратить, эти деньги?
Так. Вот она, родненько. Открыто новый эпизод. Теперь вы можете играть в «Те, кто знает все». Понятно. 11% сюжета мы прошли. Здесь игра 14 минут. Здесь 20. Какой-то слабенький сюжет. Я бы сказал, не сюжет слабенький, а коротенький. Да и история уже до боли знакомая. Зачем они повторяются? Ладно, будем играть дальше. Может быть, посмотрим, что-то развернется интересное для нас. Так что на этом, наверное, пока хватит. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем любви и удачи. Ну и, конечно же, побольше денежек. Пока-пока.